Конечно, с коррупцией нужно бороться. И, на мой взгляд, прокуратура соблюдает возложенные на нее обстоятельства. Так как некоторым легче добиться своей цели, заплатив деньги. Здравствуйте! Сегодня мы проводим социальный опрос «Прокуратура против коррупции». Здравствуйте! Мы проводим социальный опрос «Прокуратура против коррупции». Как вы считаете, что такое коррупция? Конечно, с коррупцией нужно бороться. Мы должны находить какие-то решения этой проблемы, чтобы улучшить благосостояние нашего общества. Спасибо! Здравствуйте, девушки! Мы проводим социальный опрос «Прокуратура против коррупции». Выскажите свое мнение о коррупции. Здравствуйте! Свою речь я решила начать словами из бессмертной комедии Александра Сергеевича Грибоедова, потому что я считаю, что с тех времен мало что изменилось, и такие постыдные явления, как взяточничество и кумовство, еще имеют место быть. И мне, как молодому гражданину такой великой страны, грустно это осознавать. И, на мой взгляд, прокуратура соблюдает возложенные на нее обстоятельства. Я надеюсь, что благодаря деятельности прокуратуры против коррупции и, конечно же, если каждый из нас начнет смотреть на эту проблему трезво, в нашей стране все изменится к лучшему. Спасибо. А как вы считаете, коррупция правит в мире? Да, большинство людей склонны к коррупции, так как некоторым легче добиться своей цели, заплатив деньги, а не своими силами и умом. А люди, которые принимают и требуют взятки, правит жадность, желание жить роскошно, без особого труда и цинизма. На этом наш социальный опрос заканчивается. И он показал, что большинство людей против коррупции.